Крымское правительство определилось с суммой, которая пойдет на снос незаконных построек. До 2022 года на эти цели республиканский бюджет потратит 232 миллиона рублей. Эту сумму власти разбили на 3 года. В 2020-м на демонтаж самостроев потратят почти 54,5 миллиона, в 2021-м почти 62, а в 2022-м 115,7 миллионов рублей. Больше всего денег потребует Ялта. На нее власти потратят 76,5 миллионов рублей. Следом идет Симферополь с суммой в 67 миллионов. Замыкает тройку Алушта с 37 миллионами. Всего сносить незаконные строения будут в 8 городах Крыма.